Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Сегодня поговорим о том, что модель GMA-T50S Niki Loda оснащена двигателем V12 со скоростью вращения 12000 оборотов в минуту и вентилятором, работающим с грунта. Gordon Murray Automotive превращает свой суперкар T50 в еще более грозное гусеничное оружие. Gordon Murray сконструировал свой новый GMA-T50, чтобы стать идеальным автомобилем для водителя. GMA-T50S Niki Loda доводит эту миссию до 11. Несмотря на то, что он имеет большую часть своей ДНК со сверхлегким и сверхчувствительным T50E, Niki Loda был переработан с нуля. Доставить максимум удовольствия от трекни. Задумайтесь над этими цифрами. T50S Niki Loda вмещает на 89 лошадей меньше, чем чудовищно быстрая крыса McLaren 814-й сильный Senna GTR, но он почти на 30% легче и может генерировать на 50% больше прижимной силы, чем этот автомобиль. Сердце T50S Niki Loda. Это переработанная версия, изготовленного на заказ Cosworth, без надувного, 4,0-литрового двигателя V12, который используется в дорожном T50. В T50S Niki Loda двигатель оснащен титановыми впускными и выпускными клапанами, системой впуска набегающего воздуха гоночного автомобиля с 12 дроссельными заслонками и прямым выхлопом из более тонкого материала Inconel. Cosworth также переработал головки цилиндров, повысив степень сжатия до 15:1 и убрав систему изменения фаз газораспределения, используемую в дорожном автомобиле. В результате V12 развивает 725 лошадиных сил при невероятных 11500 оборотах в минуту, красная линия 12100 оборотов в минуту, с максимальным крутящим моментом в 357 фунт-фут, достигающим головокружительных 9000 оборотов в минуту, что на 11% и 4%, соответственно, больше по сравнению с двигателем дорожного автомобиля. Что еще более важно, 12-й цилиндровый весит всего 357 фунтов, что примерно на 35 фунтов меньше, чем версия T50. А из-за переработанные системы впуска и головок цилиндров, а также отказа от механизма изменения фаз газораспределения, почти весь этот вес пришелся на верхней части двигателя, помогая снизить центр тяжести автомобиля. В дорожном автомобиле T50 выходной сигнал передается на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач, поскольку Murray хотел максимизировать интерактивное, тактильное ощущение автомобиля. Однако в T50S Niki Loda упор сделан на максимальную производительность, поэтому вместо рычага переключения передач используется шестиступенчатая коробка передач X-Track с подрулевым переключением, которая имеет запатентованную систему предварительного выбора передач. Удаление системы изменения фаз газораспределения означает, что кривая крутящего момента V12 не такая впечатляющая ниже диапазона 40 005 000 оборотов в минуту, как в дорожном автомобиле, но близкие передаточные числа новой трансмиссии и сверхбыстрое время переключения означают, что этого не произойдет. Проблема на трассе, говорит Murray. Я не думаю, что при переключении передачи вы упадете ниже 9500 или 10000 оборотов в минуту, так что вы никогда не заметите. Внутренний зверь, структура T50S. Стремление к дальнейшему снижению веса лежит в основе T50S Niki Loda. Буквально. Монокок автомобиля из углеродного волокна был построен с использованием более легкой техники наслоения, чем в дорожном автомобиле. Кроме того, все панели кузова изготовлены из углеродного волокна и полностью отличаются от панелей T50, не в последнюю очередь из-за радикального аэродинамического оборудования гусеничного автомобиля, которое включает в себя передний сплиттер с центральной секцией крыла, пикировочные плоскости, диффузоры и баржу. Доски и спиной плавник, который ведет обратно к треугольному крылу, шириной почти 6 футов. Murray говорит, что форма крыла была вдохновлена передним крылом его гоночного автомобиля Brabham BT52F 1983 года, и оно столь же эффективно.
под укороченной задней частью кузова T-50S Niki Loda находится массивный диффузор, над которым находится тот же экранный вентилятор диаметром 15,7 дюйма, что и у T-50. Однако, в отличие от версии дорожного автомобиля, вентилятор работает в одиночном режиме с высокой прижимной силой, вращаясь со скоростью 7000 оборотов в минуту. Все эти аэродинамические качества наделяют T-50S Niki Loda прижимной силой до 3300 фунтов, на 1100 больше, чем у McLaren Senna GTR на высокой скорости. Это впечатляющая цифра. Но не так впечатляющие, как количество, которого достигла команда Мюррея во время разработки автомобиля. На самом деле мы получили до 4200 фунтов прижимной силы, смеется Мюррей. Но мы можем упаковать только передние шины шириной 10 дюймов и задние шины шириной 12 дюймов, и Мишлен сказал, что не может предоставить нам шины тех размеров, которые могли бы поддержать эту массу. Плюс, я думаю, это было бы слишком много для водителя-любителя, поэтому мы отказались от этого. T-50S Niki Loda делит свою кованую алюминиевую многорычажную подвеску с T-50, хотя пружины, амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости были переработаны для обеспечения оптимальных характеристик гусеницы, а высота дорожного просвета была снижена до 3,4 дюйма спереди и 4,6 дюйма сзади. Также используются угольно-керамические роторы Brembo и шестипоршневые передние и четырехпоршневые задние суппорты с новыми воздуховодами вокруг каждого колеса для улучшения охлаждения тормозов во время работы на жарких гусеницах. Таково механическое и аэродинамическое сцепление автомобиля. Мюррей говорит, что настройки достаточно хороши, чтобы генерировать замедление 3,5G при максимальном торможении. Однако Мюррей не хочет говорить о времени круга. «Бессмысленно заниматься самой быстрой на Нюрбургринге», — говорит он. «Мне все равно. Что меня действительно волнует, так это сделать машину доступной и простой в управлении. Вам не понадобится команда людей с завода, чтобы начать кровавую штуку. Просто возьмите ее на трассу, проверьте свои шины давления, запустите двигатель, прогрейте масло и вперед. Здесь не о чем особо знать. Всего будет построено всего 25 T-50S Niki Loda, каждая из которых будет стоить около 4,3 миллиона долларов, плюс налоги, а начало производства запланировано на конец этого года. Трехкратный победитель Indy 500, Дарио Франчитти помогает в динамичном развитии, и владельцы получат всю необходимую помощь, чтобы настроить автомобиль в соответствии с их собственным стилем вождения. Никаких грабежей не существует, говорит Мюррей, который отмечает, что некоторые производители гоночных автомобилей за мегадолларовую сумму затем берут шестизначные суммы за оборудование для карьера и инженерную поддержку. «Я ненавижу это, правда ненавижу», говорит он. «В нашем автомобиле есть полный набор инструментов, все заправочное оборудование, домкраты, все, что вам нужно для его работы. Пакет TrackSpeed, включенный в стоимость, предлагает обучение техника и день на трассе с одним из тест-водителей имени Niki Lauda. Это не просто реакция на Сену из McLaren. Дело Niki Lauda действительно очень много значит для меня», и говорит Мюррей. «Это не какой-то трюк». Lauda, скончавшийся в 2019 году, в 70-х и 80-х годах водил серию автомобилей F1, разработанных Мюрреем, в том числе Brabham BT46V, на которой он одержал победу в своей единственной гонке Гран-при Швеции 1978 года. Впоследствии автомобиль был запрещен в Формуле 1, потому что его система эффектов земли с вентилятором, аналогичная по концепции той, что использовалась в обоих вариантах T-50, была признана незаконной. С годами трехкратный чемпион мира стал близким, друг Мюррея. «Когда Ники скончался, я просто подумал, давайте отпразднуем этого человека», говорит он. «И ему бы понравилась эта машина. Он бы ее полностью выпил. Вы можете подумать, что после десятилетий работы на переднем крае автомобильных характеристик для Гордона Мюррея Гма T-50S Niki Loda представляет собой еще один набор решенных загадочных инженерных проблем.
но его энтузиазм по поводу машины ощутим. Мюррей рассказывает о том, как он был в Лимане в 1972 году и слышал, как 3,0-литровый V-12 Metris вылетел прямо на Малсон Стрейт, который в те дни не имел шиканов и тянулся на 3,5 мили. Они набрали 12 тысяч оборотов в минуту, и я просто помню, что подумал, что это был самый красивый звук, который я когда-либо слышал, усмехается он. Если бы вы сказали мне тогда, что однажды я сделаю машину с V12, который будет так сильно вращаться, я бы не поверил вам. И я не могу дождаться, чтобы проехать на ней. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.